фирменный поезд Кузбасс номер 29, Кемерово, Москва. Находимся в Нижнем Новгороде. Через девять минут отправления. Ты что, здесь все начинаешь? Да, тут стекло чище. Я посмотрел. Оно же у тебя не все стекло захватывает. Ну, там я посмотрел, там потеки какие-то. Поставь, выбрал бы там место, где нет потеков. Ну, посмотри, может, там. Так, посмотрим. Вагон почти опустел. Да, все вышли. До Москвы поедем малым составом. Так как из этого, как из Кемерово выезжали. Ну, чуть побольше. Было 4 человека из Кемерово, 6 человек. 7. Ну, в основном все, кто в Москву едет, уже уехали пораньше. Или не на фирменном, а подешевле едут. Ну, так, да. Потому что из нижнего гораздо больше поездов. Но вагон уютный, скажем так, чистенький. И правильно, за такие деньги. Ну, да. За уборку берут, за все берут. Биотуалет. На улице сколько? Минус 21. Угу. Посмотрим, что. Как показывает минус 17. Вторник. 9:43. 9:40. Так, скоро ходи начнется. Так. Наши с чехами. Да. Ребят, ну, надежда на вас теперь, активисты. Бесится америкоса. Ну, что, не выйдет сюда. Где мои глаза? 23 февраля, с праздником тебя снова. США не видят российских СУ. 57 угроз для своих операций в Сирии. Ну, как хотите, украинский блогер выкомментировал драку с Нортом. Ну-ка, что там случилось у них? Украинский политолог Дмитрий Суворов, ну это придурок один, не знаю, подрался с ведущим телеканала НТВ Андреем Мартином на фиге программы «Место встречи», прокомментировал ситуацию на своей сессии в Фейсбуке. В Испании произошли столкновения между фанатами Атлетико и Спартака. И 51-летний полицейский умер от инфаркта от разорвавшейся петарды рядом с ней петарды. Ну, петарды давно пора запретить.
Что сейчас отрубимся. В обратную сторону. А, тот поехал. Вообще вот таких, кто так себя нагло вызывающе ведет, оскорбляет, вообще пускать не надо, не умеет вести себя. Так, что еще пишут в новостях? Фигуристка Медведева на соревнованиях заплакала впервые в жизни. Да, Серебряков, конечно, подонок. МЧС открыл горячую линию после ДТП с автобусом и фурой в Кузбассе. Что там произошло, не знаешь? Mm-hmm. Так, ладно, что на почту пишут, перепишут ли? Давно уже забыли, что я существую. Так, hit.ru поздравляю с праздником. Датакам ответы на вопросы. Ладно, Twitter. AliExpress, надо посмотреть. Этот поступили у них заказы. Тронулись. Но наш путь на станцию города Владимир. Расстояние примерно 300 километров. Ничего интересного почти нет. Так, я не знаю. Так, микрофон H. Что это означает? Это выше Ешки? Да, по-моему. Включаю смартфон. Надо опустить, наверное. 50 рублей. Вытащил. Просто проверить,
Освечивает. Стоп, положи свою тряпку. Солнечная сторона. Очень эффектно. Тут и ничего не видно, с той стороны смотри, какие. Не видно, кстати, как. Ну ладно, все же начали снимать левую сторону. По ходу движения пусть уже будет до конца. Солнце прямо объектив. Тут зарядка просто.
Регистрируйтесь в программе «ЖД Бонус». Накапливайте баллы за поездки на поезде и обменивайте их на премиальные билеты. Программа «РЖД Бонус» действует для пассажиров поездов федеральной пассажирской компании и «Сапсан». Регистрация бесплатная и открыта для всех пассажиров без ограничения возраста. Для того, чтобы стать участником программы, вам необходимо зарегистрироваться на сайте rjd-bonus.ru. Обратите внимание, если на момент завершения поездки вы не являетесь участником программы, вы можете получить за нее баллы, пройдя регистрацию в течение 30 дней с даты начала поездки. Не забывайте при каждой покупке билетов на сайте pass.rjd.ru или в билетных кассах указывать номер вашего счета для накопления баллов. Информируем вас, что в программе РЖД Бонус возможна регистрация юридических лиц для накопления баллов за поездки сотрудников, а также регистрация студентов вузов для получения специальной скидки. Подробная информация на сайте rjd-bonus.ru или по телефону контактного центра программы РЖД Бонус 8 800 100 1000. Звонок по России бесплатный. На сайте пассажиры.
встречает, встретил голубым небом, ясной погодой. Субтитры сделал DimaTorzok.
Бог говорит, они предлагают, пожалуйста, беги. Беги. Но цены... Здесь вот Кемерово 7 тысяч, 7,5 тысяч просто. А там из Красноярска 3-4. Ну да. А еду я еще на Кемерово. Мало ли.
Это только ты доширак скрепил, пошириш. Чего круто? Да. Морковь видите? Сколько я большая морковь? Пуши я тебе не больше. А? Немножко вкуснее. Все вот так вот поначалу отказываются, а потом все смотрят. Нет, только если остудить не больше, потом я. Я остудить тоже. С этой целью можно разговаривать. Нет. Сам добавлю. Майонез я не ем майонез. Монета оставил, я не ем майонез. Я тебе расскажу, какой.
сказал про цены на воду, на сопутствующие товары на рыбу. Где? В самом поезде? Где? В поезде, на вокзале. Удивительно дешевые, да? Да. Здоровые. 200-400. 1000%. Да. Если только 17 рублей, здесь 200 рублей. Это что, 30 рублей, здесь 80. 70-80, а это 28-30. Это что, ну, блин, так. Так, что, скоро наши начнут. Так что отправляюсь в поездку. Окей. Зара заготавливаю. Здесь тоже проехали? Да, зеленый. Но я не смотрел в эту сторону. Вот заплушка. Нас поубивают там еще. Ну все, он сейчас сами не будет. Не думал, как они подписчики с собой дорогу взять? Какого? Никакого. Подписчиков дорогу. Тут. Ты опять будешь с собой брать новую карту? Ситуация, правда. Кто бы не пропустил, сколько пропустил.
камеру слышу. Ничего не слышу.
сельское хозяйство. Я не хочу, чтобы эти компании копили деньги, тоже не Я не знаю, как это называется.